Come on. Пока ехали, у нас, короче, машина затроила. Вот. Пришлось сейчас свечку менять. Ехали на трех цилиндрах. Сейчас поменяем свечку. Антоха, что скажешь? Почему так произошло? Маслосъемные колпачки надо менять. Видишь, какая свечка? Вся засратая. Ну все. Поменяли свечку, едем дальше. Все, в путь. Место нашей рыбалки. Сейчас у нас рассвело, и мы сейчас добираемся до нашего назначения, места рыбалки. Сейчас лесом пройдем и будем на месте. Осталось всего лишь какие-то 500 метров. Вот такая вот у нас тропа. Сейчас мы по ней шагаем. Народ уже здесь натоптал. Тяжело, конечно, идти, но в меру. Но, в принципе, по кайфу. Уже одна поломалась, частичка отломалась, крепление. Жерлицам уже второй год, в принципе, они свою отслужили. В принципе, эти жерлицы неплохие, тоже крепкие. Ну вот, собрал, короче, 7 жерлиц. На сегодняшний день у меня их 7 штук. Лунки я уже пробурил, сейчас будем устанавливать. Да, сегодня у нас маленький малек, небольшой, надеюсь, сегодня что-то будет брать. Глубина у нас небольшая. Здесь где-то около метра. Сейчас устанавливаю третью жерлицу. Еще много устанавливать. Еще 4. Плавунца выловили. Такой вот жук. Начал черпать с лунки. Жучок. Так он живой, бля. Че, не спится, что ли? Бля, какой. Здоровый. Белки. Можно пожарить. Съел бы? Не, такого не съел. Так, добрался до последней жерлицы. Осталось установить последнюю жерлицу. Тут капец, еще меньше глубина. Блин, вообще где-то сантиметров 30, даже полметра нет. На такой глубине надо примерно вот вообще чуть-чуть от дна отрывать. Даже один оборот максимум, где-то вот так вот. Потому что еще надо учитывать толщину льда. Приветствую вас, господа рыбоходники. Сегодня мы находимся на рыбалке. Значит, у нас называется рыбалка 606 куст. И сегодня мы ловим на жерлице. И в конце ролика я вам покажу, какие я буду разыгрывать для вас подарки. Но для начала вам нужно обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои видеоролики про рыбалку, ну и розыгрыши. Так, у нас сработка. Сейчас посмотрим. Одна сработала. Аж катушка слетела. Не, ничего нету. Сейчас проверим малька.
И малек на месте. Не погрызанный. Так, у нас вторая сработка. Это сработало у Антона жерлица. Сейчас посмотрим. Ну, флажок стоит, а вот она не мотает нифига. И, кстати, натяжка есть. Натяжка-то есть. Нету, да, ничего? Не, нету, нету. Ты бы сразу почувствовал. А, живой. Щучка не пришла. Давай за горб. Давай за горб. Ты сделаешь. Так это скотина, блин. Звенит, блин, так же, как бубенчики. И все время это напрягает. Общем, пытаемся, блин, его обезвредить. Ну-ка, поприседай. Подожди. У меня, короче, стоят бубенчики на жерлицах. Вот. И Антоха мне привязал пакеты специально, чтобы не звенели вот эти мои замки. И Антохе постоянно кажется, как будто жерлицы сработали. Бубенчики. Вот мне пакеты, блин, тут привязал. У нас еще одна сработка, третья. Антохе. Сейчас посмотрим, что там. Что там, мотает, нет? Да не, подожди ты, слабину дай. Мотает, мотает. Мотает. Мотает, да. Натяжка пошла. Резко дергай. Есть. Давай, давай, давай. Берем. Ух ты, тихо, тихо, тихо. Не заходит. Потихоньку. Сейчас. Надо, чтобы носом она. Так она не заходит. Сейчас, сейчас. Во-во. Оно не захочет. Тяжелое? Опа, зашло. О, есть. Берем. Есть. У нас время сейчас 10 минут первого. Время сработок. У нас первая щука есть. Значит, у нас сейчас будет жарко сало. Сейчас будем жарить сальце. Мы все любим на це. Певце, сальце, венце. Сейчас немного пожарим. Перекусим. Под это дело выпьем. Выпью. Я. Вот что значит, да, шумовка. Можно и сало переворачивать, и лунку вычерпывать. Флажок стоит. Ну-ка, ну-ка. Что там? Если она взяла, пускай немножко заглотнет. Сейчас почувствуешь. Нет, да. Даже такое может быть. Видишь, как он у меня работает, Стась. Ну-ка, покажи в камеру. Отпусти, наверное. У нас еще одна сработка. Идет, да? Мотает, мотает. Все, дергай. Идет, идет, да, мотает, мотает. О, все, все. Да, подтекаем. Есть. Есть хорошая. Есть. Есть. Вот это чистоган вообще. Кстати, народ, я хочу вам посоветовать, живца не выпускайте, потому что он, когда у вас живой остается, вот, можете оставить себе. Вот. Придете домой, поставите, допустим, какую-нибудь цистерну, там, я не знаю, вот такой вот кан, вот такой вот кан, холодильник, и у вас живец сохранится, ну, может быть, где-то еще неделю. Через неделю вы можете приехать на рыбалку с тем же живым живцом. Даже когда протыкаешь ему спину, он все равно живой остается. Вот такой вот небольшой лайфхак.
Ну вот, закончили мы нашу рыбалку. В принципе, было много сработок. Из этих сработок мы вытащили только две щучки. Вот одна вот такая вот щука небольшая. И вот вторая. Вот такие две щучки. Ну и, друзья, как я обещал, я хотел разыграть свои подарки, призы. Вот они у меня в руках. Значит, смотрите. Первое место будет вот такой вот набор блесен. Серебряная расцветка и золотистая расцветка. Дальше второе место, значит, будет вот такой вот набор плесен, в принципе, стандарт. Вот. И третье место — это будет силиконовые приманки. Вот такие вот. Здесь их, не знаю, не считал. Сколько? По-моему, 10 штук. И плюс к третьему месту идет вот такие вот тоже микроджиговские приманки силиконовые. Ну и в придачу вот такой вот будет воблер. Вот эти вот призы я разыграю на своем канале среди моих подписчиков. Вот. Но после того, как это видео соберет 100 лайков, только после этого я дам старт розыгрышу. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мой розыгрыш. Ну, а всем я желаю ни хвоста, ни жи, и всем счастливо, всем до следующей рыбалки.